Здравствуйте, это программа «Стройка жизни». И сегодня мы смотрим, как строится великолепная крепость. Лучшая крепость в мире, по словам владельцев этой крепости. Ну, собственно говоря, владельцы — это мы. Строители. Ну, да. Строители. Строители, да. Да. Здравствуйте. Прошу вас прощения, но скажите нас, пожалуйста, как долго вы строите эту крепость? 3 недели. 3 недели они строят эту крепость, но все равно они такие же веселые. Хотя эта крепость могла и убить их. Но ее постоянно рушат, поэтому 3 недели. 3 недели постоянно рушат эту крепость. Но они до но сих они, пор... Но она держится, да? Да, она Нет, держится. Нет, она не держится. Она падает, когда... Не, вот здесь держится, вот здесь. Здесь держится, потому что тут просто раскопали... Просто раскопали. Пойдемте ко второму строителю. Не обидно. Здравствуйте, второй строитель. Как ваша жизнь? Нормально. Его жизнь нормальная. Ого, это какую он пещеру сделал. Очень многое. Она так очень вот. Высокая. Я хочу вам она сказать. Она очень высокая. Это... Она очень долгая. Это а второй строитель. И я хочу вам сказать то, что... Ответьте мне, пожалуйста. Как долго вы строите эту крепость? Я буду всем задавать разные вопросы, потому что... Вдруг у них голова там поехала. Может, у них это, знаешь, в разных временных поясах. Давай, отвечайте скорее, у нас уже скоро разрядится. Ну, не знаю, может, 2, может, 3 недели. 3 недели, если не точнее. Молодой человек, можете вы строить идти? У вас тут вообще коленочки. Ну, да, 3 недели сойдет. 3 недели сойдет. Идемте к самому лучшему месту в мире. Так что это самое лучшее место в мире, но мое самое лучшее место, потому что тут его нет. Да, я проговорился, я тоже строю эту базу. Но я строю ее только 1 день. Точнее, нет. Примерно 51 минуту 44 секунды. Вот, поэтому я вам скажу, то, что это самое лучшее место на Земле. Сказал таджик. Я у вас спросил. Я говорю нет, а вот вы да. Ах, ваша голова! Я все равно это вырежу. Вот такое. Здравствуйте, молодой человек. Вы таджик? Нет. Вот вы видите, этот факт развеивает. Факт того, что в России все таджики, все строят какие-то там... Отойдите, пожалуйста. Извинение! О-о-о-о. Вы... Он ее толкнул. Все нормально, так и должно быть. Это по плану, так? Да. Нет. Ну, блин. Ну, все, да. Я толкнул на лист. Ну, ты же обрежешь там все равно все, да? Ой, ой, ой. Вот, вот. Ай-яй-яй-яй. Эй, чувак, все, ты что с этим избиением? Все равно потом все это вырежу, да? Мы ничего не будем вырезать, видите, их база, она ничто. Поэтому это была репортаж со съемкой. Ой, Йохарды Бабайкин. Это была программа «Стройка жизни». Всем пока! Полина Мирай!